Лёш. Улётное видео. Угу. Вырывается? Ноги сильные. Что, я здесь подожду? За ворону? Парикмахерская ролик, сейчас не кусочек. Это настроение. Что, не прерывается? Переворачиваешь? Прикольно, да? Ну. Где эти лимузины? Где-то красная дорожка? Где это все? Это Голливуд. Вы чего угораете? Ты где там снимаешь? Выступает. Давай пой что-нибудь. А? Пой что-нибудь. Микрофона нет. Без микрофона? Все? Здравствуйте. Да, вот здесь сразу. На миге пятая или четвертая? Не, ничего себе, стена маршала. Да. Здесь нарисованный камин. Ни зрителей, ни музыкантов, но билеты распроданы. Да, но мы пытались в партере купить. Вот тут все места. Здесь вот все куплены. Но вот эти места в партере все куплены. Мы с края купили. Ворота спущатся. Прикольно, но. Леха, что тоже играет, да? Не, там кайфуем в зале. Павел, тут два канала свободные. Куда включаться? Куда вчера включался? Куда я включаюсь? Ты подготовь все, поставь аппарат. Закулисье. Иди в закулисье. Вот это шоу. Нарисованные маршалы. Там декорации. Привет. Снимает скрытая камера. Привет. Чего? Ну, почему с авоськой? Ну что это? Это не авоська. А где бас-гитара? Это камера. Это стойка. А, ну извините, извините. Ты же со своим. Че, на своих пришел посмотреть, поболеть? А? Посмотреть, поболеть? Да, пришел. Браво. Буду вытаскивать. Три, два. Музыкантов надо же знать, какие. Почтить. Да, в курсе событий надо быть. В ангарске играет. Да-да-да.
музыканта этот. Ага. А, и Джон, и знаешь кто? И на барабанах у них этот, сын Бонома-то, как его? Не Джон, Джейсон Боном, по-моему, да, его зовут? Джона Бонома, сын. Джон Боном, ну, из Led Zeppelin, барабанщик этот, его сынок. Такая тоже серьезная группа. Там поет в основном Хьюз, а у Хьюза голоса такой лютый. Там у всех лютые, у нас только, блядь, почему-то в России какая-то хуйня. Ну, не поют? Ну, по ДНК как бы, но и какие-то проблемы. Если поет, то обязательно, блядь, грузин получается, ну, почему-то. Либо по... наполовину грузин. Либо Панайотов, блядь, какой-нибудь. Панайотов-то классно. Да я тоже Панайотов, кстати, вот знаешь, вот он, ну да, он крутой голос. Реаксис. Так быстрее получается, когда... Развивает мышление, кстати, когда вслух разговариваешь с собой. Лёх, ты что хочешь сделать? А я сейчас плагин подвешиваю. Ага. Ну, не сабуги какой-нибудь. Оба. А он есть у нас? Есть, я все установил. Вот, мясо. Дадим жару. Так, эти колонки не включены, да? Нет. Она сейчас вся тянуться будет. То есть расстраивает. Струны новые стоят. Угу. Сейчас два бенда сделаны, опять все. Это как этот маленький Будду. Подстрижен. Струны крайне низко стоят. Прям просто пиздец. Это плохо? Это да, неверно. Чуть-чуть надо выше поднимать. Угу. Но она не ладит ничего. Ну он максимально, сколько можно, просто занизил их, видимо, да? Так, ну ладно. Расстроиться. Пробуем. Потом сунем, если что, туда. Продолжение следует...